Тихо. А как он так близко? Доходит до середины назад. Снова что-то потрухивать уже начинает. Блин, не те хоть это шли, а этот что-то не хочет вообще. Это одна нифига, да, не встает? Вообще не идет. Сюда, по кругу ходит там и все. Может, что-то пытается и назад, короче, сразу. Друзья, всем привет, записываю приветствие, на рыбалке не получилось. Это у нас вторая часть рыбалки, первая получилась адреналиновая рыбалка. Это ничуть не меньше, времени вообще не было. Бегал туда-сюда, у самого клювало, помогал, летом кричало. Ну, была рыбалочка интересная, сейчас фрагменты вставлю. Начало ролика. И еще у нас розыгрыш в этом ролике. Это уже второй раз разыгрываю. Первый победитель не объявился. Второй, кто объявится, напишите, пожалуйста, ВКонтакте. Свяжемся, отправим вам нож на разыгрывали. Всем приятного просмотра. Что тут у нас? Сазаны выпрыгивают. Да что-то мы уже надолбили, уже нож превысили. Все. Поделим. На троих. Есть. Вот это хороший. Да, Леша, принеси мне этот подсак. Ой, подсак. Вот и ваш. Тут не знаю, что за леска стоит, ребят. Лера, очисти, пожалуйста. И вот лески. Леска на нем. Ой, ты что такой? Какой-то он. Давай, давай, скидывай. Скинул. Какой-то дурной. О. Да, сегодня просто предел эмоций. Ладно там. Одного, двух за рыбалку. Ну вот так вот. Поднимается. Сюда идет. Что это тут? Это, по-моему, побольше, ребят, всех. Вон, смотрите. Лунку. Эх ты. Выходи, давай. Выходи, гостем будешь. Какой-то подсачек. Не очень удобно. Не могу. Сюда не лезет почему-то. Неудобный подсак, вообще неудобный. Подсак этот. Сразу вытащить. По-моему, больше всех кабанчик. Ага, сейчас, Дима. Дима, ну что, пёрнул? О, Лев. Не понял. Есть он? А, это, наверное, это. Диман? Да. Ну. Иди. Тихо. А как он так близко? Творится-то вообще какой-то. Беспредел. Блин, вообще неудобно это.
Хороший, да. А? Дождался я тебя, рыжик. Дождался. Вообще, ребят, не дает отойти и отдохнуть. Перекурить, чаю попить. То там, то там, то там. Не уйдем отсюда? Лев говорит, не уйдем отсюда. Ну, блин, адреналин. Диман взял опять. Только опустил мормышку. Сразу взял. Поинтереснее. Он бывает некоторые фиг от одна оттянешь. Ух ты, леску как выпинывает. А что там, моя мышка? Подсак, все подсак. Подсак. Да привык сазана, подсак, подсак, на это багорик. Надо менять. Или лунки, чтобы больше были мне. Или сама рыба неудобна. Но он серьезный. Вот он. Сажишь? Хороший. Хороший, хороший. Подожди, Дима. Горбатый какой-то, сидеть. Горбатый какой-то. Какой-то кривой, косой. Болел в детстве, видно. Или в сетке попадался. Может быть. Бля, вообще на пленочке прям крючок был. Хороший, пузатый, блин, это лишь ореха будет. Рыбу, ребят, уже не знаю, месяца два, наверное, не ем. Судака не ездим, все в основном в засолку. А это хоть сейчас оторвемся, потому что все уже плачутся, где рыба, где... Ребята, разошелся прям. Ну так, а не надо догонять. Да, правильно. Жена не пустит. Жена не пустит. Угу. Все. Шурует. Ну тот, по-моему, который красиво ловил. Не выдержал. Он давит. Конечно, кайфно. Это не плотва. Ну да.
Не кажется. Трещит, блин, в руках. Не кажется, нифига. Сместился чуть. Угу. Это вообще. Ну, спад низ ты его поднял. Вот. Доходит до середины назад. Смогу что-то потрухивать уже начинает. Блин, не те хоть это. Шли, а это что-то не хочет вообще. Ну что, опять все-таки. Бля, опять доходит до определенного. Свет видит. Угу. Да не, он так, такой же, нестандартный почему-то. Сейчас проверю леску. Блин, вообще как зацепил. Давай пробуй, у тебя сверху, да, как-то? Угу. Вот это хвостик. Тяни, тяни, тяни. Все, все. Не, ну ты подтяни ее наверх, и все. Ё-моё, вообще. Встал? Он просто уходит, и все. Бля, даже не поднимется. Вообще не идет. Чё там? Чё там? Я не знаю. Сломик взял. Что там еще может быть? Это одна нифига, да, не встает? Вообще не идет. Сюда чел. По кругу ходит там и все. Может, что-то пытается и назад, короче, сразу. Ту удочку собрал, что ли, походу? Да нет, хай. Давай, Саненка, у тебя. Леска чья-то. Леска чья-то. Угу. Это твоя, наверное, падает. Да фиг с ним потом. Распутил. Небольшой, а это. Сильный. Как это? Жилистый. Жилистый сазан. Угу. Хорош, хорош. Вот такие вот дела, ребят. Один за одним, блин. Не хочу кинуть его. Ага. Помогать? Ну, наверное, надо будет сейчас. Ты, ребят, встал на дне и не уйдет. Не хочет идти. Потихоньку поднимаем. Отходит, отходит. Небольшой. Да нет, наверное.
Завязывать я не буду тебе. Что, зацепил? Козлы. Да нет. Мелковастый, да и так уже норму взяли. Это будет, если им хватит. На ежу что? А что вы тут делаете? Рыбу тянем. Рыбу тянем. Делай его. Нет, он вообще не поднимается. До одного места потише, доходит. Потише, потише. Да ладно. Может, зацепил? Может быть. Потише, потише, Лев. Что ты, не можешь вообще? Не знаю, что там такое. Он прям вызывает. Слушай, ну я не зацеплен был. Да? Может, цепился. Он подходит. Видел, видел. Не, ну такую рыбалку можно и с ночевкой оставаться. Ну да. А, я его зацепила. Погоди, погоди. Я его это... Покажи мне его. Зацепила я его. Еще люблю. Все, он ушел. Пошел. Ребят, сегодня точно переизбыток эмоций. Есть? Да. Пожалуйста, один за одним. Ты будешь что сидеть? Говорить? Ага. Да, да, да. Ага. Кидай, кидай, кидай. Потом кидаешь. Главное рыбу достать. Что ты уже его тянешь прям так? Прям иди сюда. О. Ты что делаешь? Почему прям, блин, туда? Отдал, отдал леску своему. Не порвал? Нет. Да он еще не скоро. Ну, сегодня хоть. Блин, ты посмотри. Не понимается. Сейчас опять будет как тут. Я сегодня пока одного в лунке прям опустил сюда, подошел он. Не, вон, 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 вон. Тихо, тихо. Тихо, тихо. Фух, блин. Это вообще. Тихо, тихо. Опустил. Это больше всех. Да понятно, больше. Спорит, блин. Никто не спорит с тобой. Больше всех ты сегодня поймал, и сазан у тебя больше каждый. Кто ж говорит, ну хороший, да, там. Он не влезет. Да, тихо. Он не влезет. Я тут лунку. Тихо, 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 Лев. Подожди, тихо. Подожди, ты сейчас прыгнешь. Подожди, подожди, подожди. Не паникуй, не паникуй. Ты сейчас, дай я его подниму. Офигеть. Да влезет не такой. Чуть-чуть, муж, пошел. Хороший, ну да. Ничего не идти. Толстый. Я мотыля вообще не такой вяз не меня. Да? Хороший. Черпах. Ну дома, ребят, взвесим. Посмотрим, поскольку они примерно. Ради прикола. Темно у меня тут в гараже. Ну, короче, ребят, они двушки. Ну, там были чуть побольше, не знаю, вроде вот этот самый крупный. Пакетик прилип какой-то. Димана один был прям в лунку, плохо пролазил. Ну, такие вот пузатенькие. Ну, самый жарёх нормальный. Он, может, кило 800 еще был. И все. Ну все, друзья. С рыбой управились. Вес показал.
Ну, я думал, они побольше. В камеру, сами видите, они здоровые, блин. А так 2, 2.5, ну 3, наверное, максимум был. У Димана был хороший. Фух, ничего не ели, сейчас быстрее перекусывать, потому что, блин, такой адреналин, такая рыбалка. Вообще даже времени не было чай попить. Мы с утра вот как сели, покушали, и все, потом нашли его, как он попер и не давал нам отдохнуть. Но опять же, он был наплывами. Подойдет стайка, поклюет, поклюет, уйдет, тишина. Чуть перебурились, оп, опять. Тоже рыба какая-то стала, что чихонь, ладно, чихонь мы всегда так ловили, бегали за ней. А это сейчас и карась, и сазан, надо за ним бегать, бегать, бегать. Корм кидаешь в лунку, он уходит от него и все. А мотыля ест. Засыпал мотыля, нифига. Так что вот такие вот дела. Всем пока, оценивайте, пишите свои комментарии. Пока-пока. Ребят, у нас розыгрыш еще раз на вот этом видео, потому что я сделал розыгрыш, разыграл. Ну, человек не вышел на связь около недели. Ну, возможно, значит, не смотрит. Значит, чисто ради розыгрыша он участвовал. А хоть, чтобы выиграл человек, который постоянно смотрит, который следит за каналом, и который не пропустит розыгрыш, и досмотрит до конца, и заберет свой нож. Ой, 352 комментария. Начинаем. Поперло. Пошел. Ага. О, хорошее у вас видео, всегда смотрю. Вот этот человек у нас выиграл. Пойдем посмотрим. Евгений П. Евгений П. Отпишитесь мне ВКонтакте. Список подписчиков скрыт. Отпишитесь мне ВКонтакте, чтобы я смог вам рассказать полностью, как что делать. И еще раз сразу попрошу, чтобы сделали отчет моей группы ВКонтакте, ссылочка будет в описании под этим видео, чтобы люди остальные увидели, что вы получили, то, что все честно. Ну все, ребят, участвуем в розыгрышах, думаю, скоро будет еще один. Всем пока.